Голову размажило по грузчикам в кровавую труху. У него в голове были коды, посредством которых я рассчитывал прекратить весь этот кошмар быстро, не усугубляя количество уже имеющихся жертв. Простите, Дмитрий Сергеевич, я опоздал. Теперь придется решать эту задачу другими способами. Сынок, при нем были кольца. Два кольца, похожие на золотые. Никак нет, Дмитрий Сергеевич. Только свеча. Я понял. П-3, немедленно отправляйся в комплекс ВДНХ. У нас назревает проблема похуже Петрова. Что может быть хуже Петрова? На ВДНХ тебя встретит Михаил Штокхаузен. Он поставит тебе задачу. Поторопись, дорога каждая минута. Как понял меня, сынок? Вас понял, волшебник. Выдвигаюсь.